Добрый день, уважаемые слушатели. В студии Светлана Занько и Анна Лапшина. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Вчера состоялось заседание Совета Вятской торгово-промышленной палаты, на котором президент палаты Николай Липатников попросил освободить его от должности председателя Вятской торгово-промышленной палаты с формулировкой «по состоянию здоровья» и тут же предложил кандидатуру Андрея Усенко на это место. Совет проголосовал единогласно в поддержку того и другого предложения. И мы пригласили сегодня в студию Николая Михайлович и Андрея Леонидовича с просьбой рассказать о принятых решениях и о том, какой им видится работа палаты в ближайшей перспективе. Добрый день, коллеги. Добрый день. Здравствуйте. Николай Михайлович, значит ли это, что вы покидаете палату насовсем? Вы знаете, не хотелось бы так думать. Конечно, возраст у меня уже далеко не юношеский. Мне 72 года, я не скрою, хотя печально об этом говорить, особенно в присутствии красивых женщин, но тем не менее приходится принимать решения. Я к этому уже давно созрел, шел. Но у нас была, так сказать, встреча 2 года назад с губернатором Игорем Владимировичем Васильевым. Мы договорились поработать вместе. Я его советником являюсь и надеюсь быть полезен в этой, так сказать, в этом направлении, в этом амплуа. Ну и есть у нас, так сказать, задачи по торгово-промышленной палате. Целый срез вопросов я готов, так сказать, оставить на себе. О чем мы говорили, это и наука, это работа с советом палаты, это работа в рамках консультативного совета, есть такая идея. Это работа с собственниками теперешними, председателями совета директоров. Это люди, которые имеют огромный багаж. Вот примерно в таком плане. Это наука, о чем мы с вами постоянно говорим. То, что мне, скажем, ближе по духу. Поэтому тем для работы много. И я надеюсь, что мой опыт, мои знания профессиональные будут еще востребованы. Вы сами предложили Андрея Леонидовича как кандидата на пост президента палаты. И это был единственный кандидат. Не было других предложений. Не было борьбы, согласований, криков из зала. А мы тоже хотим, а давайте мы поборемся. Ну, практически, на мой взгляд, я там вчера присутствовала, произошла такая передача власти. Транзит власти сейчас. Транзит власти. Да. Прошу прощения, она не перешла. Передача власти. Это решение будет состояться 25 марта. На внеочередном съезде, ну так, согласно уставу, 2 месяца согласовать надо вопросы и с руководством региона, что мы уже сделали, и с руководством торгово-промышленной палаты. Причем не просто личное согласование, а официально с докладом претендента направления торгово-промышленной палаты Российской Федерации. А это, я скажу, непростая вещь. Почему? Да потому что торгово-промышленная палата любого региона, они выполняют ряд функций, которые переданы торгово-промышленной палате России государством. А это уже особая ответственность. И просто так вот с улицы кого-то взять, это нереально. Вы говорите, была ли борьба, есть ли заявки. Да, вот тут один блогер, так сказать, написал в порядке критики. Вот давайте лотерею объявим. Мне тоже 42 года. У нас с Андреем Ильичем 42 года. Великолепный возраст. Мне тоже 42 года. Вы знаете, я вспоминаю свой разговор с одним из крупнейших промышленников России, Царство Небесное, Платонов Валерий Михайлович, генеральный директор Челябинского тракторного завода. Вот там избрали так по конкурсу бывшего начальника отдела труда и заработной платы. Он пообещал хорошую зарплату. И завод привели к банкротству. Нам не надо, чтобы палата первая сдала позиции, и чтобы она не наращивала дальше объемы работы не в денежном выражении, а в пользе для промышленного и торгового сообщества, для предпринимателей. Поэтому у нас Андрей Ильич в резерве. Он пришел в 17 лет в палату. 17. Да ладно, мы даже этого не знали. А сегодня ему 42 годика. И вот он прошел многие пути, так сказать. Мало того, он сегодня член Общественной палаты Российской Федерации. Он представляет интересы и нашего общества, и предпринимательского сообщества, и палаты уже на уровне Российской Федерации в структуре Общественной палаты России. Кого нам еще искать? Поэтому если бы я предложил кандидатуру некого другого, но это было бы как минимум неясно и непонятно. Поэтому вполне резерва. Любая солидная, а мы солидная организация, публичная, она должна иметь резерв кадров. Андрей Ильич в этом резерве. Вот, кстати, упомянули Общественную палату Российской Федерации, да, где представителем является от Кировской области Андрей Леонидович. Совмещать две эти позиции будет возможно, или вы думаете все-таки полностью погрузиться в работу торгово-промышленной палаты? То есть и по времени, и с точки зрения там, каких-то формальностей, да, вообще возможно совмещение или нет? Ну, нормативных ограничений на совмещение этих должностей нет. И у меня есть намерение, собственно говоря, сохранить свое членство в Общественной палате России и
продолжить ту работу, которой я занимаюсь, потому что я считаю, что эти должности друг друга могут дополнять, потому что благодаря работе в торгово-промышленной палате и в общественной палате региона, и я имею достаточно большой круг общения, контактов и понимания той ситуации, которая складывается в регионе, и, соответственно, эту ситуацию могу, с одной стороны, транслировать в общественной палате Российской Федерации, с другой стороны, используя этот ресурс, а это действительно ресурс серьезный, решать те вопросы, которые возникают как в сфере деятельности бизнеса по линии торгово-промышленной палаты в регионе, так и по линии социальной, линии общественной у нас в регионе. Поэтому я чувствую в себе и силы, и возможность, и, наверное, что немаловажно, такую синергию этих должностей, которая позволит и здесь, в регионе, через работу в Общественной палате России приносить пользу, и в Общественной палате России представлять ту позицию регионов, которой, прямо скажем, в Москве иногда не хватает. Мы часто это видим. Та фактура, которую мы из регионов туда привозим, она для москвичей оказывается иногда неожиданностью. Они себе жизнь представляют несколько иначе. Поэтому я надеюсь, что коллеги по торгово-промышленной палате Кировской на съезде поддержат мою кандидатуру, и коллеги по общественной палате также позволят и доверят мне продолжение этой работы. Так, Андрей Леонидович, все-таки я уточняю. Общественная палата России, я поняла. Общественная палата Кировской области, в ней вы тоже остаетесь? Ну, это необходимое условие для того, чтобы быть членом Общественной палаты России, конечно. Все понятно. Последуют ли какие-то другие кадровые изменения в торгово-промышленной палате? Мы привыкли к тому, что когда приходит новый глава в любую организацию, или в муниципалитет, или в правительство, всегда возможны перестановки, переформирование команды, расширение, сужение кадрового состава. Я бы здесь сказал, что у нас ситуация несколько отличается, например, от уровня федерального правительства. Я все-таки... Оно нам показало сейчас вместе с президентом, как это было. Я, на самом деле, много лет, как уже сказал Николай Михайлович, работаю в торгово-промышленной палате. И, собственно говоря, та команда, которая сложилась, я уже сейчас являюсь частью этой команды. У меня нет необходимости ее там переформировать или каким-то образом видоизменять. Естественные изменения, которые там, с течением времени в организациях происходят, конечно, будут иметь место. Но, как я вчера сказал на совете, никаких революций не произойдет. Но новых-то людей вы планируете привлекать в Вятскую торгово-промышленную палату? Именно вот, планирую... В руководящий состав. Да. Мы с Николаем Михайловичем планируем привлекать новые предприятия, члены торгово-промышленной палаты, которые будут позволять нам представлять их интересы. Ну, знаете, я дополню. Конечно, вот сегодня это просто раскидываться людьми, это самое опасное. У нас в палате работают профессионалы. Видите, к сожалению, великому не все, не в возрасте Андрея Нидовича, есть постарше. Но, допустим, вести техническую службу экспертизу – это особо специфика. Если к нам за экспертизой, за помощью, в том числе в рамках судебных разбирательств, обращаются солидные, крупные, и не только кировские предприятия, а в том числе российские, и мы делаем это добросовестно, и защита наших предприятий устраивается в судах, это для нас предмет гордости. Если у нас в течение уже многих лет, а вы в теме, мы занимаемся защитой интеллектуальной собственности, и у нас, положим, есть специалист, вице-президент, который владеет этим вопросом великолепно, а сейчас время новых Остапов Беннеров подошло. И, извините, предприятия наши наказывают не на 10-15, а на сотни тысяч рублей. И мы помогаем увидеть это самое. Только к этим людям мы относимся очень бережно. И так можно говорить о каждом сотруднике палаты. Возможно, нужны изменения, жизнь покажет. Но я думаю, что Андрей Ильич, пока мы рано говорить еще раз, а то вот он напугает всех, возьмут еще не изберут, так сказать, на съезде. Вот. Потом все предложения по вице-президентам, он предлагает, а совет утверждает. Поэтому у нас, так сказать, в этом плане достаточно степень коллегиальности. Но смею заверить, как нам предлагают отдельно вот это блогеры, прошу прощения, в лотерею играть мы не будем. Человек – это особое существо, понимаете? Интеллект, который сегодня вот нам нужен, он помогает раскрыть функции, потенциал палаты. А функции, вот чем может быть полезно, что дает палата? На этим отвечал очень коротко. Я знаю, что там вопрос заготовлен. Вот. Конечно, вы сами вчера его озвучивали отвечать, на совете. Да. Отвечать на вызов времени и запросы предприятий.
А запросы бывают от малого до великого. Вот буквально несколько часов назад звонок от серьезного директора серьезного предприятия. Повышаются акцизы на мазут. Ну что, кто-то в Москве прав, сказал Андреевич, ну что, надо повысить? Ну, чтобы денег было больше в бюджете. Угу. Понимаете, эти освоить не можем. Кстати, освоение средств денежных в бизнесе такое понятие не существует. Нет понятия освоить средства. Средства вкладываются на конкретные проекты. Так вот, повысить акциз на мазут, это диплом предприятий, сразу снизит конкурентоспособность предприятий, потому что себестоимость повысится. Мы очень пристально относимся к таким изменениям. НДС на 2% всего. А в общей сложности увеличение цен на 20-30%. Себестоимость снижается, заработную плату повысить невозможно, и мы каждый раз реагируем на подобные, так сказать, изыски. Иногда, ну, не сильно профессиональных людей. Да, Андрей Леонидович, вот как раз Николай Михайлович нашу подачу перехватил и обратил внимание на тот вопрос, который вы вчера в своей речи озвучили. Вы говорили, что в числе прочих задач, а мы к ним еще тоже вернемся, особый акцент нужно сделать на том, чтобы вовлекать большее количество предпринимателей и предприятий в деятельность палаты. Нас интересует, за счет каких ресурсов, где тот неохваченный сектор в бизнесе, который еще не работает с торговой промышленной палатой. Что это? Малый бизнес, средний, крупный? Это бизнес, удаленный от регионального центра? Коллеги, у нас по данным ФНС в Кировской области порядка 50 тысяч, ну, чуть меньше субъектов предпринимательской деятельности. Угу. Поэтому, собственно говоря, там перспективы расширения членской базы торгово-промышленной палаты. А членов торгово-промышленной палаты сейчас сколько? На данный момент более 600. 600? Ну, в общем, 50 тысяч и 600. На два порядка можно, да, увеличивать, да, что называется. Поэтому каким путем? В первую очередь через демонстрацию результата. Результаты от членства в палате. Для каждого предприятия эти результаты могут быть разными. Для кого-то это решение той проблемы, сиюминутной, которая возникла, и через обращение в палату она решена. Для кого-то это решение, связанное с какими-то системными вопросами, там, нормативно-правовой базой, которую мы решаем и на региональном, и иногда даже на федеральном уровне. Для кого-то это рекомендационная, даже, скажем, репутационная вещь. Да? Есть предприятия, которые, вступив в торгово-промышленную палату, работая на внешних рынках, обращаются к нам за рекомендацией, мы ее даем, и для них в Европе статус торговых и торгово-промышленных палат очень высок. Угу. Для них эта рекомендация открывает, ну, огромное количество дверей. Это доступ на рынки, доступ на предприятия. Поэтому мы всегда предприятиям, которые к нам обращаются, которые приходят и задают этот вопрос, с одной стороны, рассказываем о том, о тех возможностях, которые мы готовы им предоставить, о тех услугах, которые мы оказываем. С другой стороны, всегда говорим, что вы приходите со своими запросами. Наши возможности, с учетом того, что мы являемся частью системы торгово-промышленных палат России, угу, наши возможности по взаимодействию с другими регионами, тем услугам, с которые Москвой мы готовы оказать, их невозможно изложить в каком-то стандартизированном виде. Вопросы и проблемы, с которыми встречаются предприятия, если они обращаются к нам, всегда находят у нас отклик и какое-либо там либо стандартное, либо нестандартное решение. Но самое главное – это результат. Предприятие, которое приходит к нам, будет членом палаты на протяжении долгих лет, если будет получать осязаемый и понимаемый и принимаемый этим предприятием результат, над чем мы, собственно говоря, и будем работать. Иногда, конечно, мы, когда нам задают этот вопрос, начинаем рассказывать о тех вещах, которые мы делаем для экономики региона и для предпринимательства региона в целом. Некоторые из предпринимателей не ассоциируют эту деятельность с конкретным результатом для себя, но вот могу сказать, что по той теме, которой я занимаюсь, тема кадастровой оценки, угу, мы с вами в этой студии, да, много раз о ней говорили. Да. Ну вот как пример, да, мы там даже задались вопросом, посчитали для себя. По 2018 году та ставка налога, которую мы там путем переговоров сохранили, оставила в экономике, оставила в бюджетах предприятий порядка 180 миллионов рублей за год. Конкретные деньги, которые позволили предприятиям дальше развиваться. Да. Или вот обратились к нам предприятия торговли, сейчас инициатива Вятского торгового дома. Угу. Был в советский период один подход к отгрузке вагонов на севера. Угу.
почему-то кто-то изменил. Я думаю, это чисто лоббистские подходы, запретить в обычных вагонах отгружать, давайте термовагоны, это термоконтейнерные вагоны, давайте, и все. Я привожу пример, ну, в холодильнике мы же не все держим дома. Допустим, яблоки не обязательно в холодильнике, здесь надо все, детали пропускаю. Нам удалось добиться, ну, благодаря, конечно, поддержке члена Совета Федерации Тимченко Вячеслава Степановича, председателя комитета, уникально, чтобы изменить приказ министерства, который проходит регистрацию в Минюсте, надо несколько, так сказать, месяцев, и не всегда получается. Мы изменили приказ. В денежном выражении, по подсчетам экспертов, это 1,5 миллиарда рублей для наших предприятий пищевой промышленности и ускоренно и хорошая логистика на севера. Угу. Это примеры, так сказать, примеры. Может, их не так много, как бы хотелось, но подход, о чем сказал Андрей Нидович, у нас принцип. Есть запросы предприятий, мы ориентируемся на запросы. И мы стараемся при этом еще работать на опережение. Вот как раз оценка регулирующего воздействия. Давайте думать, ребята, что опасно, давайте шаг вперед делать. Вот примерно наш принцип. Я все-таки уточню. Вот Светлана задавала вопрос в самом начале, и она прямо градацию дала, да, по видам, так скажем, предприятий, по форме их, да. А почему-то есть, ну, не знаю, такое мнение устоявшееся, что торгово-промышленные палаты не только в Кирове, а вообще в целом там и в России, и в регионах, они в основном работают с крупным бизнесом. Но если в регионах, то со средним. Совсем-то малый бизнес, там, малыши какие-то могут обращаться в палату? Ну, не просто могут. Ну, мне кажется, это некий стереотип, который, в общем, да, непонятно, на какой основе там возник. Ну, не знаю, почему? Это вот несколько лет он существует. И сейчас в числе членов торгово-промышленной палаты состоят индивидуальные предприниматели, которые кто-то даже там 1-2 человека осуществляют деятельность, и наши крупнейшие там промышленные предприятия. Поэтому спектр членов палаты никоим образом не ограничен. По там, численности работников, обороты. Абсолютно. И мы отрабатываем темы, отрабатываем вопросы, которые касаются совершенно различных объемов, направлений, сферы, отраслей бизнеса. Ну, вот одна из последних тем, которые мы там в рамках процедуры ОРВ отработали, это там приказ нашего Министерства экономического развития, касающийся там схема размещения объектов нестационарной торговли в муниципалитетах. Это совсем малый бизнес. Ну, это микробизнес, микро, даже, да, я бы сказал, там где-то граничащий с самозанятостью. Да? И мы, несмотря на то, что в составе членов палаты немного предприятий, которые там занимаются этим видом деятельности, мы вместе с тем там профессионально отработали эту тему, направили свои предложения по оценке регулирующего воздействия, ссылаясь на Минпромторг РФ, который выдал типовые рекомендации на. Надеемся, что они будут услышаны и приняты. И это действие, которое мы предприняли не почему-то запросу, не почему-то обращению, не по проблеме поднятой. Мы получили этот документ, отработали его, проанализировали, увидели, в чем риски и проблемы потенциальные для бизнеса, и высказали свою позицию, проконсультировавшись с членами палаты. Потенциально, когда наши, там, мы надеемся, вот эти предложения будут приняты, это скажется на условиях работы всех предпринимателей, которые так или иначе там имеют отношение к сфере НТО. Например, уведомлять их о расторжении договора по приказу предполагалось за 3 месяца. Мы, ссылаясь на Минпромторг, говорим о том, что это должно быть не менее чем за год. То есть это условия игры, на которые мы влияем, воздействуем и которые пытаемся привести в состояние там, приоритетных интересов предпринимательского сообщества. Нам здесь очень важна еще и поддержка самого сообщества, ведь мы расширяем там членскую базу не для того, чтобы там, заявлять с трибуны о том, что не количестве 600, членов, а тысяча, или да, миллион, которые, да, в наших рядах. Я вчера тоже на совете об этом говорил. Основная задача – это то, чтобы наши выступления, наши позиции были максимально репрезентативны с точки зрения интересов бизнеса, и легитимны. Потому что чем больше членская база торгово-промышленной палаты, тем больше спектр мнений, которые мы объединяем, и спектр вопросов и проблем, которые мы занимаемся. Тем быстрее, собственно, информация к вам поступает. Тем быстрее, и тем представительнее та позиция, которую мы демонстрируем там на региональном или на федеральном уровне. Да, Николай Михайлович, я вижу, что вы хотите добавить, но у меня просто пунктик остался. Что такое процедура ОРВ? Это оценка регулирующего воздействия. Это...
законодательно определенный процесс, когда нормативно-правовой акт, изменяющий правила ведения предпринимательской деятельности, должен быть обязательно размещен на публичное обсуждение. На региональном уровне этим занимается МинЭК региональный, на федеральном – Министерство экономического развития Российской Федерации. Мы участвуем и в той процедуре. В федеральной по линии ТПП РФ получаем достаточно большой объем нормативных актов, в региональной – по линии нашего Министерства экономического развития. К сожалению, здесь должен сказать, что эта процедура не распространяется на акты, имеющие отношение к налоговой сфере. Угу. Вот так у нас государство определило, налоговое законодательство налоговое обсуждается ведомство, отдельно. Оно само по себе, да. Но все другие правила мы оцениваем, отслеживаем, имеем возможность на них влиять. А Николай Михайлович? Но тем не менее, в том числе налоговая сфера. Вот несколько лет назад мы подняли, опять же, в России не из первых эту тему взаимодействия с контрольно-надзорными органами, в том числе налоговой службой. Всегда подчеркиваем, в чем наша разница. Допустим, в Германии налоговый инспектор приходит на предприятие или звонит на предприятие. В чем нуждается ваше предприятие? Чем помочь? Потому что задача одна. Сохранить. Рабочие места, угу. Наполнение бюджета. У нас пока такого полного понимания нет. Но публичные слушания идут в налоговой службе. К нам приходят специалисты, руководители. Круглый стол, пожалуйста. Мы не имеем отказа ни от одной федеральной службы. Напротив, мы сотрудничаем. Почему вот эта членская база, мы говорим, нам нужны разные представители, разных отраслей. Потому что формируем позицию, ссылаясь на реальное мнение бизнес-сообщества, малого, среднего, крупного. Мы тем самым даем аргументы, которые достойны уважения. И мы это дальше двигаем. А вот насчет малый бизнес, как мы относимся. Вот вчера буквально, после завершения официальной части, остались мы, и вот Лена Львовна Кувшинова, это Азимут Чепецкий, который у нас входит в состав Комитета по поддержке предпринимательства Российской палаты, и я ее цитировал туда в бизнес-новостях недавно, она сказала мне слова, которые я буду долго цитировать сегодня. Николай Михайлович, чем вот нам по душе наша торгово-промышленная палата? Вы не делите нас на маленьких, средненьких. Вот мы здесь в этом зале собрались, и директора наших самых солидных предприятий, химкомбината, Сельмаша, Витека и все. И вот они, те, которые считают себя маленькими. Понимаете, для нас важен любой предприниматель, который сегодня честно работает во благо первого своего коллектива и, конечно, своего региона. Вот наш принцип. Говорили вчера, Андрей Леонидович, качество и количество, и когда говорили о количестве, ну, хотя это и качество тоже относится, вы упомянули, что необходимо, чтобы торгово-промышленная палата, Вятская торгово-промышленная палата, она действительно не концентрировала свою деятельность вокруг регионального центра или агломерации, а шла дальше в районы, потому что до районов нужно добираться, районы тоже нужно поддерживать, сколыхнуть и дать им понять, что они имеют эту поддержку. Действительно, это проблема сейчас, отдаленные районы Кировской области. Да не только отдаленные. Присутствует торгово-промышленная палата. Ну, что проблема? Отдаленные районы? Ну, это взаимодействие с ними и, скажем так, ну, скорость поступления оттуда, обратной связи. Ну, я бы сказал здесь, во-первых, что, собственно говоря, там взаимодействие с районами, ну, для нас всегда было приоритетным. Да? Я вчера говорил о том, что мы собираемся развивать и расширять, собственно говоря, это взаимодействие, потому что у нас уже сейчас есть там ряд представителей в районах, мы с ними взаимодействуем. Мы на протяжении ряда лет проводим дни районов в Кирове, привозя сюда наше муниципальное образование, показывая их потенциал, возможности и ресурсы. Мы достаточно часто, и там, лично Николай Михайлович, и сотрудники палаты там, посещаем районы. Но мы видим, что в результате, так скажем, там, некой распространенной цифровизации в нынешнее время, да, и оптимизации и бюджетной сферы, и сферы неких услуг там, населению, произошло сворачивание сети многих структур, и государственных, и негосударственных, которые были. И мы точно понимаем и точно чувствуем, что предпринимателям в районах не хватает той информации, того внимания, тех услуг, которыми иногда предприниматели в Кирове уже избалованы.
Ну, в определенном смысле, потому что объем поддержки, объем мероприятий, объем форумов, семинаров и всего остального, что проводится в городе, ну, сейчас привел уже к тому, что в общении с рядом предпринимателей они говорят уже, слушайте, мы запутались уже, сколько всего проводится, сколько всех нас хотят поддержать, хотя, когда дело доходит до проверок и всего остального, все как-то, все куда-то пропадает. Вот. В районах, и мы в свое время несколько раз проводили, реализовывали проекты формата там, предпринимательский десант, выезды в районы, встречи с предпринимателями, мы видим, что там есть недостаток этого. Недостаток внимания, недостаток взаимодействия с предпринимателями, качество кадров муниципальной службы, которые этим занимаются, вызывает вопросы. Поэтому для нас это то направление, которым мы, несомненно, будем заниматься путем прямого контакта с предпринимателями, путем понимания тех ситуаций, с которыми они сталкиваются, и путем взаимодействия с ними по тем направлениям, которыми мы занимаемся. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, полторы минуты, вернемся в студию к нашим гостям, Андрей Усенко и Николай Лепатников. Продолжается интервью с Николаем Лепатниковым и Андреем Усенко. Здесь студия Анна Лапшина и Светлана Занько. Всем еще раз здравствуйте. Да, я бы, прежде чем мы поговорим о круглых столах и ближайших мероприятиях, я для себя уже записала, потому что я сама хочу туда попроситься с лесниками на круглый стол, об этом поговорим. Все-таки вспомнила немножко бы историю, Николай Михайлович, потому что Вятская торгово-промышленная палата была создана в 1993 году. Это было очень давно. Это было очень давно, и вы как-то делились, на самом деле, этой историей и рассказывали, что тогда, когда были такие глобальные изменения, появление торгово-промышленных палат в России, это было что-то, вы часто ездили на Запад, перенимали опыт коллег, и для меня, например, долгое время, еще в 2000-х, торгово-промышленная палата – это были некие входные ворота для инвесторов, и прежде всего западных инвесторов. Может быть, потому что у меня опыт такой был когда-то взаимодействия с торгово-промышленной палатой между Канадой и Вяткой. И мне казалось, что вот это основная функция. Потом, конечно же, когда наведение мы с вами, мостов, да? Да, плотно стали работать, изменилось это ощущение. И все-таки, какую трансформацию прошла торгово-промышленная палата и Вятская торгово-промышленная палата, и сам институт за эти годы? Ну, начнем с того, что до 91 года, а я был председателем Кировского горсовета, город Киров был вообще закрытым городом. Естественно, мы недополучали новые технологии, к нам не приезжали серьезные представители, инвесторы потенциально, и мне довелось той еще должности заниматься, значит, вот как раз проблемами открытия этого города для иностранцев. Вопрос был решен тогда, и ворота открылись. Ворота открылись, нужны технологии работы бизнеса и власти. И вот во многих странах давно, я шучу иногда, в Африке как с пальм съездили, так создали торгово-промышленные палаты. Понимаете, это как раз мостик взаимоотношений власти и бизнеса. Никогда абсолютно ровных отношений не будет власти и бизнеса, потому что кое-где не сходятся интересы. Государство придумывает новые налоги, новые акцизы. Бизнес всячески сопротивляется этому. Надо убедить, показать, что-то надо, первое. А второе, показать, что деньги, которые взимаются с бизнесом, дополнительно идут на благие цели. Образование, здравоохранение, науку. Тогда все поймут. Вот и тот период, когда я ушел в отставку с поста председателя горсовета, с формулировкой, которая, будь я поумнее, в те времена я бы ни за что не написал, ввиду несогласия с политикой Ельцина-Хасбулатова, я ушел в никуда. Но как раз тогда... Прекрасная, на мой взгляд, формулировка, очень смелая и достойная. Да. Ну, я был бы поумнее, я бы так не сказал. Вот. И вот тогда принято решение создать палату. Просто у меня был уже опыт общения с торгово-промышленной палатой, финно-российской палатой. К нам приезжал, значит, оттуда... Из Финляндии. Зам генерального секретаря. Он показал. И оказалось, что мы много очень понимаем в одном направлении. И пришли, что надо заимствовать опыт европейский. Российская палата еще Советского Союза тоже имела опыт. И мы решили создать. Прежде всего, поддержали те предприятия, которые уже имели опыт экспортных операций. Сказали, надо создать. Ну, дальше, знаете, скоро сказка сказывается. Значит, дело делается медленнее. Палата создана. И постепенно стали, так сказать, вливаться. Почему? Я однажды сказал фразу. Зачем вы это делаете? Зачем нас объединяете? Я еще тогда был на той работе, я ему сказал, чтобы в том числе защищаться. От кого? От нас. Меня не понял, как и от нас. Ну, когда мы принимаем, о чем Андрей сказал,
оценка регулирующего воздействия, когда принимаются законы, новый закон не должен носить вреда бизнес-сообществу, не опираясь на реальных исполнителей, производственников, специалистов торговли, образования науки, принимать законы нелепо. Ну, находясь не внутри отрасли, совершенно не все правильно. Видно, конечно. Вот мы, так сказать, создали палату, палата развивается. Да, наша палата хороший, так сказать, статус имела, и сегодня он, так сказать, слава богу, вот, меня не было, Андрей Ильич был недавно на общероссийском совещании в палате. Мы стабильно набирать, так сказать. Я был многие годы членом правления Российской палаты, к нашему году голосу прислушиваясь и прислушиваться. И сейчас мы уходим с инициативами. Вот одной из наших инициатив, мы ее направили вчера, у нас поступил запрос от Российской палаты, планируется встреча Мишустина, премьер-министра России, сегодня с руководством Торгово-промышленной палаты. Мы дали свои соображения, в том числе совершенно необычно. Я не знаю, найдутся еще такие смелые. Например? Ну, правильно. Например, значит, вернуться к вопросу индексации пенсий пенсионерам с низкой заработной платой. Мы что, не понимаем, что вот это дворник работающий, пенсионер, бабушка-вахтер, лифтерша? А в сельской местности сколько таких? Да, вот что они нет хорошей жизни идут работать, понимаете? А когда его нельзя оформить, он теряет копеечную индексацию, вместо себя уставят там внука, это же законы трудового законодательства. А если что случись? Наше мнение, мы не должны скрываться вот от этих проблем. Мы не аисты, кто там? Страусы. Страусы. Они прячутся, да. Обычно. Нам нельзя голову прятать. Вот одно из предложений мы входим. Второе проблема, вот эта маркировка обуви, к примеру говоря. Вы понимаете, что мы пытаемся обогнать весь мир с этими делами, не будучи подготовлены к этому делу. Третье. Единый налог на миллионный доход для торговли, в том числе потребкооперация, которая сегодня торгует обуви, тапочками, домашние тапочки. Извините, за 5 рублей. Но они одновременно с мылом торгуют, извините, значит, колбасой, хлебом, ну, на разных. И, оказывается, они теряют, так сказать, право работать НВД. Они и так на грани состояния своего развала. Поэтому мы не можем вот не видеть это дело, не мириться. Откуда инициативы? Прежде всего, от самих предприятий членов палаты, которые лучше нас видят, знают свои проблемы. Вот такой наш подход. А история она, 27 лет. Ну, я книгу больше писать не буду, но к съезду палаты, возможно, с помощью архива мы просто... Доклад подготовить. Даже не доклад. Мой доклад будет очень короткий. Но этапы становления мы попытаемся выделить. То есть презентация такая будет, ну, да? Ну, пусть так. Спасибо. Хорошо. Мы со своей стороны, конечно, очень благодарны палате, в вашем лице, Николай Михайлович, в вашем лице, Андрей Леонидович, что палата всегда была очень открыта для СМИ. Это замечательное свойство ваше, крайне полезное, я считаю, для граждан. Крайне полезно. Мы уже не говорим о своей профессиональной деятельности, но это один из самых важных моментов, которые мы отмечаем в работе нашей палаты. Николай Михайлович всегда был открыт и всегда по первому вопросу из ЗОУ приходил в эфиры и давал комментарии полноценные. И Андрей Леонидович, в этом смысле, вот эта преемственность нас очень устраивает. Мы понимаем, что она, наша палата так и останется открытой для нас. Да, прошедшее это время важно. Тут неуместно, Светлана. Да, так и останется открытой. Она будет с нами, и это здорово. И вы, кстати, говоря об информационной работе вчера, Андрей Леонидович, тоже говорили, что этот блок, он сейчас прямо на повестке в топе. Вы говорили о том, что необходимо идти в интернет. Вы говорили и о новых сервисах тоже, которые связаны так или иначе с информационной работой и сервисы для новые электронные сервисы для бизнеса. Это тоже все взаимосвязано. Но вернемся все-таки к информработе. Здесь основные ваши принципы, пожалуйста, подчеркните их. Основные принципы нашего позиционирования или нашего присутствия в СМИ, они, собственно говоря, там совпадают с основными принципами нашей работы. Принципы нашей работы – это представление интересов предприятий, формирование комфортной деловой среды и решение тех вопросов, которые в предпринимательской сфере возникают. Поэтому наше взаимодействие со СМИ, оно и строилось, и строится, ровно говоря, там, вернее, собственно говоря, на основе того, чем мы занимаемся. Мы понимаем, что средства массовой информации – в хорошем смысле этого слова, тот ресурс, который можно использовать в нашей работе. Ресурс, который позволяет нам имеющуюся у нас позицию, сформулированную нами позицию, делать публичной,
доводить ее до мнения и органов власти и формировать на базе этой позиции некую, там, ну, в хорошем смысле слова, коалицию тех, кто эту позицию разделяет. Потому что каждому не позвонишь, каждому не напишешь. А средства массовой информации для того и существуют, чтобы информация попадала к максимально возможному количеству тех, кто в ней заинтересован. Это первый момент. Ну, а второй момент мы точно так же, как вы уже сказали, открыты для входящего взаимодействия. Мы никогда не закрываем собственные мероприятия, мы всегда готовы предоставить информацию о тех вопросах, которые занимаемся. И мы понимаем, что с точки зрения средств массовой информации хорошая, ну, хотелось бы верить, что позитивная фактура всегда вызывает интерес. И мы эту фактуру готовы предоставить, потому что мы ей занимаемся ежедневно и каждодневно. Ну, вам еще большое спасибо, что вы и в проблемных темах не прячетесь, и в сторону не уходите, и всегда готовы и пояснять, и объяснять, и спорить. Во-первых, не прячемся, во-вторых, видите, наша ведь позиция состоит в чем? Мы никогда не занимаемся тем, что обозначаем проблему. Угу. Вот вышли, обозначили проблему и ушли. Мы всегда... Там, обозначая проблему, предлагаем варианты ее решения. И всегда готовы к дискуссии, к обсуждению этих вариантов для того, чтобы выработать максимально эффективное решение этой проблемы. И дискуссия на страницах СМИ, дискуссия с использованием средств массовой информации, это, на мой взгляд, одно из, ну, наверное, самых эффективных, там, один из самых эффективных механизмов, которые по целому ряду вопросов можно использовать. Ну вот сейчас Аня мне показывает, что у нас две минуты осталось. О принципах, я бы сказал, три принципа. Да. Оперативность информации, объективность и профессионализм. Вот принципы, которые мы исповедуем в общении с вами. Кстати говоря, я должна тут отметить, что наша радиостанция уже не первый год получает от Вятской торгово-промышленной палаты премию как лучший информационный партнер, не могу не заметить. И это здорово, и холдинг, в который входит наша радиостанция, вступил в ряды Вятской торгово-промышленной палаты. Я не знаю, много ли у вас информационных ресурсов в составе, но мне кажется, что это тоже очень важно, потому что когда руководящие лица холдинга погружены в бизнес-тематику, потому что это тоже бизнес, меняются взгляды на внутреннее производство в том числе. Это полезно, это очень полезно для бизнеса. И появляется понимание того, что происходит в экономике в целом. Совершенно верно. У нас остается не так много времени. Мы хотели анонсировать еще большой семинар, на который ты собиралась пойти. 29 числа круглый стол с лесниками, но я думаю, что времени сейчас не хватит уже о том, чтобы о нем подробно поговорить, но мы договоримся сейчас после эфира. Я уверена, что мы договоримся, и мы сделаем отдельный эфир, подробный, с этим обсуждением, скорее всего, после круглого стола, куда пригласим палату, пригласим бизнес, как мы это делаем всегда, за круглым столом в течение 2 часов в развороте на бизнес, обсудим эту проблематику. Ну, а до этого предприниматели могут обратиться в торгово-промышленную палату, адресоваться на наш сайт и получить информацию о предстоящем круглом столе, чтобы определиться по участию в нем. Спасибо. Там расписание и время все есть. Николай Липатников, Андрей Усенко, представители Вятской торгово-промышленной палаты. Это было интервью с топовыми менеджерами Вятской торгово-промышленной палаты. Благодарим, что вы пришли. Анна Лапшина и Светлана Занько. Да, и не прощаемся с нашими гостями. Надеемся видеть в нашей студии. Спасибо. До свидания. До свидания.